Раловки удерживать большее количество объектов, когда вы думаете про какую-то тему. То есть, условно говоря, вот вы, например, думаете про, я не знаю, про будущее своего ребенка. Значит, вы думаете про него что-нибудь, как-то вам сказали, куда его, на спорт, на танцы или там еще что-то и так далее. Вот. Но вы же можете развернуть большое количество фактологии, которые скрывается от этого взора. Потом обнаружить, что много вы не знаете, потому что, там, условно говоря, лето он проводит у бабушки, и что творится у бабушки, мы не в курсе. Ну, вот. Ну, мы так, конечно, спросили, ну, вот, но в целом не акцентировали. Короче говоря, вы когда собираете, вы можете увидеть большое количество фактов, то, что на детей смотрим очень тенденциозно. Да? Вот. Ну, это касается любой деятельности. Возьмем какую-то профессиональную деятельность, вы решаете какую-то бизнес-задачу, вот, какого-то больного лечите, вот, и так далее. Вот. Есть, конечно, тенденциозный взгляд, и он сейчас чем дальше, тем он становится все более тенденциозный, потому что нам просто сложно вообще в голове столько мусора, что сложно держать вообще что-то осмысленное. Вот, значит, и задача состоит, это просто помощник, потому что когда вы выносите большое количество фактов на и видите их семейство, структуру взаимосвязи там, и так далее, объемная конструкция, при которой понятно, как искривлено пространство для того, чтобы принимать правильное решение. Пространство вашего мышления, в котором вы смоделировали реальность так. Значит, но если вы помните, вы же параллельно собирали у меня внутренние стаи, да? Значит, внутренние стаи вы когда собирали, вот, там практически после каждого, в первой части, я постоянно говорил, пересобирайте. Значит, ну, кто-то более ответственно относился, кто-то менее ответственно. Вообще, что такое наша внутренняя стая? Наша внутренняя стая – это фактически мы, фактическая наша жизнь. А думаете вы о других людях? Все процессы, которыми вы заняты, так или иначе, завязаны на конкретных других людей. Вот. И это весь объем вашей жизни, ваша внутренняя стая. Значит, и вы ее пересобирали. Там кто-то просто это присылает, просто кто-то пишет. Значит, мне сегодня пришла замечательная идея. Я, значит, собирал так, сейчас соберу. И придумывались новые принципы того, как будет пересобираться стая. Вот, значит, ну, условно говоря, там внутреннюю стаю можно собрать как самые значимые люди и люди, про которых вы думаете, потому что эти значимые люди конкретные есть в вашей жизни. То есть, условно говоря, у вас есть там мама, и есть набор людей, про которых вы думаете, потому что у вас есть мама. То есть вы думаете там про ее врача, вы думаете про ее подругу, там, вы думаете про там что-нибудь, она чем-то занимается, про это и так далее. Если маму убрать из этого конструкции, то все эти люди выпадут, да? То есть, условно говоря, это такой центристский способ сборки, где есть как бы некая сущность, там, например, ребенок ваш. Вот он там есть, и там, условно, учительница, там, я не знаю, тоже врач какой-то, тоже друзья какие-то его, родители его друзей. Значит, ребенок вырастает, да, меняет свою характеристику, все эти люди выпадают. Другие люди, шпана местная, вот, шучу. Вот, да, значит, соответственно, есть такой центристский сбор. Значит, как собирается центристская сборка? Я ее везде там рисую у вас, да, в этом, такие, как ромашки, да? Ну вот, есть сборка конструкторская, да, конструкторская сборка, это я тоже так рисую. Там, условно говоря, ну, вы смотрели книжку, знаете, как выглядит. Что-то у меня получилось какое-то животное, но вот так вот. Вот, да. Значит, здесь способ категорийный у конструкторов. Они что говорят? Они говорят... Так, значит, сейчас поделим на родственников, поделим на людей с работы, поделим на людей, значит, без места жительства. Вот, и всех классифицирует. Значит, дальше есть, это конструктор у нас, да, и есть у нас рефлекторская сборка. Рефлекторская сборка, она в целом представляет собой... Сейчас
сотру. У Рамачандрана есть Буба и Кика. Вот, вот это Буба, вот это, а вот это Кика. Ну вот, значит, это рефлекторская сборка. Здесь большое количество людей, да, но самое большое количество людей, как вот я сейчас вижу, когда анализирую эти карты, у конструкторов рефлекторов. Вот, да, у смешанного типа вот такого именно. Значит, да, и тут большое количество людей, каждый из которых имеет какую-то свою ценность в связи с тем, в каких отношениях я с ним состою. Ну вот, там напряженные, там наоборот очень такие страстные там и так далее. Ну, напряженные тоже могут быть страстными, в общем, неважно. Короче говоря, и дальше, когда люди пересобирают, они, как правило, да, вообще инвентаризация внутренней стаи – это всегда очень хорошее дело. Потому что, когда вы ее инвентаризируете, вы вдруг обнаруживаете связи, которые вы раньше не видели. Значит, когда вы обнаруживаете, вы можете обнаруживать, что на самом деле у вас значительно более... ну, то есть, вы, например, думали, что ваша вторая половина – это вот просто вот, собственно, этот мужчина или женщина, а это, значит, как-то набор друзей, родственников там и так далее. Но потом выясняется, что и ваша работа там, условно говоря, завязана тоже. Ну, условно говоря, какому количеству людей вы должны будете сообщить о том, что вы разводитесь. Вот. Это усиливает. Как бы вы видите больше там структурных взаимосвязей и, соответственно, ценность, соответственно, и тяжесть соответствующего субъекта внутри вашей внутренней стаи. Вот, значит... Но я не про это хотел сказать. Значит, когда пересобирают, обычно центристы пересобирают как центристы. То есть они берут и говорят, ну, на самом деле, наверное, более важные люди, вот эти. Они их выдвигают на задний план, они их выдвигают. Конструкторы говорят, мы выбрали не тот принцип конструирования, мы сейчас... Этот, вот. Рефлекторы вообще не понимают, что происходит. Ну, как-то что-то в жизни моей тут же происходит. Ну, вот, значит, вот примерно так происходит пересборка. Что мы делаем на троице? На троице, значит, задача вот этого всего чертогов, это что? Почувствовать мышление. Почувствовать, как интеллектуальный процесс у вас происходит. Когда вы начинаете реконструировать внутреннюю стаю, вынимая ее внутрь, вовне, да, и дальше пересобирая, вот, вы, по сути дела, означиваете те взаимосвязи внутри вашей дефолт-системы, которые до этого не были означены. То есть вы получаете к ним доступ. То есть если вы понимаете, что, условно говоря, ваша вторая половина связана там, с кем-то на вашей работе, вот, то вы это как-то знали на периферии своего жизни. Вот, а тут у вас получается обозначенная связь, да, и дальше это увеличивать, и вы можете выдернуть. Вы потом будете думать про работу, сразу будете думать и про это тоже, про вторую половину тоже. То есть, условно говоря, вот мы таким образом утяжеляли ваши объекты просто за того, что мы обозначали связи. Потому что связь – это сам по себе тоже объект для мысли. Да? То, что мысль – это что такое? Мысль – это когда у вас есть некие объекты, которые находятся в отношениях друг с другом, да? Потому что не бывает объекта без отношения. Ну, то есть все, что вы превращаете, когда вы смотрите фигуру на фоне, да? Вы вот видите этот круг на белой доске. Да? Это вы выделяете. У вас есть отношения с этой фигурой, и вы выделили отсюда точку. Вот. И в результате само это отношение является тоже объектом. Когда вы вот здесь реконструировали отношения внутри стаи, вы брали людей отдельных, а эти отношения, которые между ними здесь сделаны, вот, они тут тоже есть, вот. Вы их все означивали просто самим фактом того, что вы их называли, перечисляли и так далее, и увеличивали количество объектов внутри системы. То есть, если тут было, условно говоря, 150 человек, то, обозначив отношения между ними, вы получали значительно большую тут сумму, условно говоря, элементов внутри этой конструкции. Вот, да, значит, что такое мышление? Мышление – это
Да, и у вас увеличивалась тяжесть, и вы как бы про каждый из отдельно взятых элементов этой системы начинали думать сложнее, потому что большее количество связей было с вами осмысленно, означено, и, соответственно, когда вы что-то тянете, языковой дискурс, дискурс сознания подхватывает все, что там соответствующим образом обозначено. Когда я говорю вам «корова», вы про что думаете? Да, ну вот, но большинство думает про молоко. Вот, значит, молоко подтягивается к корове, потому что оно обозначено, и корова обозначена как давальщица молока. В Индии, если вы скажете, я вот не уверен, что будет такая реакция, если вы скажете «в Индии корова», у них обозначены другие какие-то вещи, а не молоко, потому что они же вроде ее не доют. Или доют? Не знаете, что они делают в Индии с молоком? Доют, да? Ну, вот. Ну, не знаю, в общем, священно доют. Как-то у них отношение к этому серьезно. Вот, значит, короче говоря, мы здесь научились помогать своему мозгу строить, учитывать большее количество элементов, когда вы думаете про какую-то задачу. Вы озадачены, да, целенаправленное мышление. Вот, после этого вы собираете, соответственно, факты, потом вы устанавливаете между ними взаимосвязи, у вас формируются те или иные тяжести, да, которые заставляют ваш маршрут, который вы прокладываете, иметь именно такую траекторию. Вы сами не знаете почему, но вы вдруг понимаете, что вы должны действовать следующим образом. Это вдруг понимаете, если результат того, что интеллектуальные объекты внутри пространства мышления, связанные с этой темой, искривлены, потому что вы видите, ну, как бы, здесь надо точно объехать, потому что будет бабамс, слишком тяжело, да, не ходи туда, ну, вот, ходы туда, на ходы туда, снег в башка попадет, больно будет. Вот, значит, это, собственно говоря, чертоги. Значит, теперь мы переходим, когда к Троице. Значит, мы же работаем все с той же дефолт-системой, да? Ну вот, но теперь мы выясняем, что на эту дефолт-систему можно надеть некую структуру. И эта структура и есть векторное кольцо. Значит, что такое векторное кольцо? Значит, что такое векторное кольцо? Ну, векторное кольцо – это... способ сборки интеллектуального объекта. То есть, если здесь, составляя факт-карту, вы, по сути дела, ориентируетесь на то, как ваш мозг такой, какой он есть, без всех дополнительных прибамбасов, которые мы пытаемся привнести, зная чуть больше про способы думать, про мышление, значит, как ему помочь с его вот этой или вот этой конструкцией, или вот такой, 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 и вот такой, неважно, смешанными типами, значит, как имея все это, потому что вы все равно остаетесь всегда в рамках здесь своего типа. Ну вот, мы здесь как бы переходим на следующий уровень метасознания, вот, и думаем, что, смотрите-ка, у нас есть набор элементов, да, значит, набор отношений между элементов, это есть и здесь, и здесь, и здесь, да, и у центриста, и у конструктора, и у рефлектора. Но мы собираем каким-то нашим своим собственным способом. Да? Сейчас вы, занимаясь на Троице, заметили, насколько это часто бывает просто вопиюще очевидно. Да? Потому что раньше вы думали, что это, ну, есть какие-то типы. Вот. Сейчас вы мне пишете в письмах, не может быть, что все по книжке. Вот. Значит, ну, чувствую высокую оценку свою в этот момент. Вот. Да, значит, да, и вот теперь смотрите, наша задача вот на эту штуковину сборки, которыми собирают центристы, конструкторы и рефлекторы, ту самую факт-карту, которая у вас, ну, как бы, есть имплицитно, да, которую мы сейчас выявили, да, вот эту DSM, да, то, что там, дефолт-система мозга. Вот, и внутренняя стая вот эта вот, да, значит, и вот вы берете любой вопрос, неважно, что вы решаете, куда вы поедете в отпуск, как сократить кассовые разрывы и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, у вас есть набор элементов связи, и вот то, как вы собираете, да, почему хорошо, когда над кассовым разрывом думают все трое,
ну, когда у вас внутри команды есть представители разных типов. Потому что они увидят разные штуки внутри одного и того же хозяйства. То есть мы здесь имеем как бы вот это 2D, да? Или это 1D, да, вот, 1D. Ну вот, и наша задача превратить это в 3D. То есть взять эту нашу факт-карту и раскинуть ее тремя разными способами. Значит, ну, сначала, сейчас мы вернемся к векторному кольцу, сейчас пройдемся по сути каждого контура, и после этого поймем, собственно говоря, где тут собака порылась, потому что здесь есть очень важный дефект в каждой сборке. Так, значит, ну что, сначала... Да? Значит, центристская сборка, внутренний контур. Внутренний контур. Да, здесь у нас центристы, поэтому он и находится в центре. Вот. Хотя на самом деле центристами я их назвал, потому что они находятся реально в центре распределения. Конструкторов и рефлекторов в целом в популяции меньше, чем центристов, потому что центристы являются базовой, как бы сказать, человеческой конструкцией, как стайные животные, а это экспериментальные варианты для разных вещей сделаны. Вот, да, значит, внутренний контур. Значит, внутренний контур, центристы, что они делают у нас первым делом? Сущность. Видят сущности. Значит, вот теперь давайте подумаем. Значит, особенность и недостаток центриста состоит в том, что он, значит, всегда схватывает некую систему отношений, из которого ему естественным образом явствует некая сущность. Да? Ну, условно говоря... Сейчас приведу неожиданный пример. Значит, да, вот. Я вспоминал сейчас детство. Я думал, что не справлюсь, но видите, мне удалось. Значит, вы усмотрели в нем сущность зайца, да? Ну, какого-то животного, да. Ну, какого-то животного. Значит, почему? Потому что здесь есть набор элементов, которые вы схватываете в отношении и вносите в нее сущность зайца, да? Почему детям нужно, чтобы в игрушках были большие глаза? Нет, это уже в литературе, ну вот, но дети первое, что идентифицируют на человеческих лицах, мы же не сразу видим лица, мы видим сначала просто пятна, из которых постепенно проступают какие-то элементы. Первое, что мы идентифицируем, глаза. Если мы видим, что глаза, дальше нам становится вопрос, что с ртом происходит. Да, потому что рот может быть, как бы сказать, в двух видах. И оба раза скалятся, но по-разному, да? Ну вот, и нам нужно идентифицировать живое. У живого, как правило, два глаза. Поэтому, когда ребенку дают игрушку вот с такими глазами, я помню, в свое время была даже мода, мы с Соней поназакупали, значит, каких-то глазастиков, они что ли назывались. Все животные, у них глаза были в туловище каждое. Вот, да, почему? Потому что в них легче внести сущность. Сущность чего-то живого и взаимодействовать с игрушкой не как с тряпочкой, а взаимодействовать с игрушкой как со зверьком, как с каким-то существом и так далее. Значит, да, и мы улавливаем эту сущность и дальше. Но смотрите, что я могу сделать. Что это вам напоминает? Подушка. Подушка. Значит, если заяц на подушке, он не вызывает такого же впечатления, как заяц, который дан просто так. Да?
Ну, то есть вы не будете вносить сущность зайца в подушку, да? Mm-hmm. Ну, вот, то есть есть дополнительный элемент, который существенно может изменить положение дел. Проблема центриста состоит в том, что когда он вносит сущность во что-то, он ограничивается количеством, каким-то набором взаимосвязей. Он ухватывает только вот это, без подушки. И ему кажется, что все, он знает, это зверь, сейчас он выбежит с винтовкой и выстрелит в него, или что-то там, и полетят перья из зайца. Вот, вот. Потому что заяц на самом деле на подушке. Да? Значит, вот проблема сущности состоит в том, что мы всегда вносим сущность, у вещей нету сущности, да? И вообще нету вещей. Есть как бы что-то, что мы вносим сущность и получаем вещь, да? Мы внесли сущность, получили зайца, потом внесли сущность, получили подушку, да? Сейчас еще, знаете, можно как-то... Вот львенка внесли. А я медаль нарисовал на подушке героя звезду. На похоронах такие, знаете. Ладно. Так, ну вот, значит, да, значит, соответственно, нету вещей. Да, вы уже видите похороны, да? Катафалки ей, да? Ну вот. Траур и так далее. Ну вот, мы вносим сущность, после этого видим вещь. Нету вещей самих по себе. Мы просто так думаем. Вот. И, соответственно, поскольку центрист сразу видит сущность, он сразу выявил какие-то отношения, отношения ушей к глазу, к рту, к носу, да? Но какие-то проигнорировал. Наличие фона, на котором это существует, что это подушка, наличие, что это на медали, которая на подушке, которая едет, так сказать, ни на трон, ни на плаху. Вот. Значит, и это дефект. Сборки. Значит, смотрим дальше. Переходим во внутренний контур. Да? Да, значит, ну давайте, да, сразу, чтобы мы... сущность, внутренний контур – это вопрос «что?». Да? Что это? Заяц. Что это? Подушка. Что это? Звезда героя, зайца, героического зайца на траурной подушке. Что это? Да? Мы всегда можем это посмертно. Вот, значит, конструктор отвечает на вопрос «как?». Это у нас, соответственно, средний контур. Значит, что это такое, как? Закономерности. Значит, наше «что» проявляется каким-то набором закономерностей. То есть, условно говоря, вот я говорю «заяц», да? Все же так понятно, но на самом деле это иллюзия. Потому что набор закономерностей встроился сюда имплицитно, и сейчас мы можем выявить кучу закономерностей. Заяц. Млекопитающие. Млекопитающие – это значит вот теплокровные, там, то, все, пятое, десятое и так далее. Заяц. Да, ну, в общем, кто-то там еще, значит, семейство зайчачьих. Ну вот, да, ценный мех. Значит, заяц, кроме этого, персонаж фольклора, да, имеющий набор коннотаций, трусливый, да. И дальше мы можем вынимать отсюда кучу закономерностей, может быть, дикий, может быть, одомашненный кролик, да. То есть мы видим... Как бы, что мы вносим туда в качестве вопроса, да, вот, и мы сразу можем достать оттуда самые разные закономерности, которые как бы имплицитно вшиты. Если начать центриста спрашивать, дружище, а какие там закономерности? Он скажет, заяц. Он говорит, ну все, я понял, заяц. А что заяц? Заяц это как?
Ну как, заяц? Вот. И дальше оказывается, что есть куча закономерностей, которые его определяют как какое-то существо, как какое-то животное, занимающееся какой, где-то живущее там, и так далее. Куча закономерностей, да, и мы можем с вами поиграть в остальное. Я вам могу показать картинку зайца, и вы скажете заяц, а я могу сказать вам, млекопитающее, с длинными ушами, прыгает, значит, если домашний отпрыск, то коннотации с сексом. Вот, и так далее, да, ну вот, и вы мне скажете, заяц, да, я дам вам набор закономерностей, да, отношений каких-то элементов, но они все куски, ну, то есть, вы-то как бы додумаете, что там есть эта сущность, но вообще я вам рассказываю муть, что такое млекопитающее, я даже сейчас не дам определение к позору своему, но там есть какое-то определение, там у биологов они кого-то относят, и у них есть отличия между млекопитающими, земноводными, грибами, рыбами, кем там. Вот, то есть там есть какой-то набор каких-то странных элементов, которые они натырили, значит, из окружающей действительности, из них собрали свои вязи, да, и вот у них есть, условно говоря, млекопитающее, что-то такое, какая-то козябра. Значит, здесь, условно говоря, там, да, шерсть, мясо, вот, какой-то, да, почему? Поэтому домашний, потому что на одежду, на еду, да, там, условно говоря, там, что-то я небольшой специалист в зайцах, конечно, но, да, ну, опять же, там, фольклор, да, почему, там, трусливый, там, почему еще что-то, да, вот. Набор вот этих штук, их может быть достаточно для того, чтобы понимать зайца. Улавливаете? Можно не думать про зайца, а понимать зайца. Можно знать, как устроено, и понимать, что уже делать. Зачем думать про сущность зайца? Кому в голову придет нормальному конструктору думать про сущность зайца? Центристу нелепо думать про то, что какие-то... Ну, это же все очевидно, он скажет. У него же вообще все очевидно. Вот. Почему? Потому что сущность зайца не противоречит этим закономерностям. Да? Вот. У конструктора может здесь появиться какой-то факт про зайца, например. Что он, например, умеет летать. И все идет к чертовой матери. Ну, как бы... Поломался зайца. Ну, вот. Значит, да. В общем, короче говоря... Описание того, как нечто устроено, достаточно для того, чтобы знать, что это, хотя вы конструктор и не видите сущности. Теперь представляете, что мы встречаем двух людей, один из которых говорит «заяц», другой говорит «млекопитающий», значит, «прыгающий», значит, «трусливый» там, и так далее. Вот. И центрист еще может сообразить, что конструктор хочет. А конструктор может не понять, что хочет центрист в такой конструкции. Да что? Ну, заяц, и что? Это сколько вешать в граммах? Сколько там килограммов? Не только, а ну еще вот это. Вот. Значит, в чем проблема закономерности? Проблема сущности, что когда мы выявляем сущность, это я повторяюсь, да, мы определяем только какие-то отношения и не видим всех прочих отношений, в которых вполне возможно данная вещь находится. Если она в них находится, то, возможно, это уже другая вещь, и другая сущность должна быть ей присвоена. Проблема закономерности, что здесь нет четкого определения количества. Где тот критический порог закономерности, когда мы скажем, что вещь понятна? Да? То есть тут все понятно. Один. Да? Один. Здесь где конечный набор закономерностей, которыми мы исчерпывающим образом описываем эту сущность. Вспоминаю вам знаменитый центристско-конструкторский спор философский между Платоном и Диогеном. Да? Когда у Платона он попросил сказать, что такое человек, и он сказал, что это животное, ходящее на двух ногах, ответил Платон. Да? Потому что для него этот ответ был вообще бессмысленен. Да? Потому что Платон видит сущность человеческую, эйдос, да? Человечность, и для него все понятно. Если вы хотите определение, я возьму, что из этой сущности, на мой взгляд, вытекает. Да? И я, значит, вывожу отсюда, закаляю, говорю, уйдите.
Диоген, хочешь определение? На тебе. Да? Диоген уходит, он чистый конструктор вообще. Ну, вот, он там шизоидно ходит по городу с фонарем, кричит в течение белого дня, ищу человека там. Да, вот, ходит там всем, значит, морды бьет, в лицо плюет и так далее. Ну, очевидный инстинкт самосохранения. Диоген, так сказать, не унаследовал у матери природы, живет в бочке, понимаете, ругается с Александром Македонским, нездоровое существо совершенно. Вот, и, значит, как он реагирует? Он общипывает петуха и кидает его в Академию Платона, значит, и общипанный петух бегает, значит, и вот он, человек Платона, кричит Диоген. Ну вот, на что Платон говорит, голое животное на двух ногах с плоскими ногтями. Что вы еще хотели? Ну вот, где финальный список закономерностей, которыми можно описать человека? Невозможно. Остается взять фонарь и превратить все в перформанс. Ну вот, значит, непонятно, да? Значит, проблема конструктора состоит в том, что он находит некий набор, некий перечень закономерностей. Вполне возможно, что он не является исчерпывающим. Вполне возможно. Еще проблема состоит в том, что конструктор любит связывать все, что попалось на глаза. Значит, ему что-то с чем-то попалось, он начинает, ну какая-то же должна быть взаимосвязь. Не может же быть, что оно вместе, а оно как бы, да? И он начинает искать эту взаимосвязь и начинает искать эти закономерности до того, как он понял перечень закономерностей, которые ему надо выяснить. То есть, условно говоря, если он подходит к конструкции, давайте определим перечень всех закономерностей, которые нам нужны, потом распределит объекты, которые у него есть интеллектуальные, по этим закономерностям, то вполне возможно он даст нам очень подробное, детальное описание строки кода, которые опишут нам структурно, и у нас выявится образ. В конце концов, они пишут код, и вы видите на экране нечто. Ну вот, значит... Если набор этих закономерностей изначально инвентаризирован, а после этого уже факты из нашей дефолт-систем, из нашей факт-карты структурированы, то мы можем это хоть как-то предусмотреть. В противном случае мы возьмем два факта, что он млекопитающий и трусливый. И дальше будем связывать, как трусость связана с млекопитающностью и так далее. Вот. Вполне возможно, это заведет нас в ненужное место. Вот. И зачем? Вопрос, который задает кто? Рефлектор. И мы находимся во внешнем контуре. Внешнем контуре. И вот он. Так, значит, что такое? Зачем? Это? Здесь у нас сущность, здесь у нас закономерность, а здесь у нас что? Ценность. Значит, тут немножко с ценностью все путаются. Значит, вот вообще в классической схеме, значит, ценность — это почему это имеет, зачем это нужно? Вот как бы в такой конфигурации. Значит, рефлектор может исходить из конструкции, зачем мне это нужно, и всю эту построить вот этот вот набор по степени, насколько это мне нужно, насколько это мне не нужно, а все равно вваливается в мою жизнь. Ну, то есть, там, условно говоря, семья может ввалиться в мою жизнь, а я буду говорить, зачем мне это нужно. Семья будет говорить, хотелось бы взаимопонимания, а мне зачем это нужно? Да? Вот. Значит, и здесь зачем... Значит, превращается, уже не работает как ценность. Оно превращается в достаточно травмирующее просто, потому что этим вопросом можно обесценить все. Собственно говоря, сам вопрос «зачем?» способен обесценивать все, что угодно. Зачем живем? Умрем же? Да? Зачем дружим? Разругаемся же? Зачем любим? Разлюбимся же? Зачем детей рожаем, они потом... Это любая деятельность, задавая вопросом «зачем?», вы можете разрушить. Вопрос «зачем?» имеется только важен только в том случае, когда рефлектор свое «я» из этого дела вынимает.
Почему вообще я очень важная тема во всех сборках, я вам всегда это говорю, да, не вносите себя никуда. Ну вот, вы исказите пространство некорректным образом. У рефлектора из-за того, что это я является вообще как бы главной движущей силой прогресса, ну вот, то получается, что здесь оно предельно искажает конструкцию. Значит, ценность обретает, условно говоря, реальность как таковая. Значит, я вам рассказывал, что для рефлектора у него, не для, а у рефлектора есть очень специфическая вещь, как он воспринимает, тонко чувствует все происходящее. Значит, ну, конструктор может происходящее вообще. Что у вас там, Армагеддон, не Армагеддон, вот это все. О, вот, значит, у него свое дело тут, он пока не досчитает, вы его не беспокойте, у него обломаются какие-то связи там. Вот, закономерности причинно-следствия. Значит, для центриста точно такая же свойственна слепота. Значит, центрист — это вообще такая классическая ходячая динамическая стереотипия. После того, как они вменили кому-то что-то, вот, у них после этого трава не расти. Ну, то есть там нужно действительно делать небольшой армагеддон для того, чтобы что-то куда-то сдвинулось. Значит, это такие люди в танке, вот, они едут, и в целом, в общем, видели все в гробу в белых тапках, у них все наше дело правое, и мы победим. Иерархический инстинкт, так сказать, танк, улавливаете, да, что мы будем там мельтешить. Вот. Нет, мы будем переть, так сказать, со страшной силой. Вот, да, и в этом смысле эти два типа, хотя центристы спрашивают про реальность, они спрашивают про фактические отношения. Смотрите, как они здесь были имплицитно скрыты, да. Конструкторы в этом смысле меньше интересуются реальностью, потому что они описывают это в категорийных терминах. Что такое млекопитающее? Нету никаких млекопитающих. Это придуманный концепт, да? Ну, как бы с набором характеристик, и поясняется через другие концепты. То есть он к реальности может вообще не иметь никакого отношения. Да? Реальность только на экзамене, когда биологию сдаете. Все остальное не имеет значения. Вот, да, значит, и если говорить поблизости к реальности, вот как бы к тому, что происходит на самом деле, то у нас на первом месте будут рефлекторы, на втором месте будут центристы, и только на третьем месте будут конструкторы. Вот. То есть этого интересует, что происходит на самом деле. Да? Этот ощущает, зачем это нужно. Да? Ну вот, а конструкторы конструирует. Вот, значит, да. И да, и рефлектор очень ощущает все, что происходит в реальности. Любые микро вещи. Вот, но все зависит от датчиков, которые у него актуализированы. Все зависит от датчиков, которыми он мерит. Да? Потому что можно же менять объем датчиков. Ну, я сейчас расскажу историю. В общем, я в свое время, мы играли в КВН, вот, и в КВН, значит, этот, как его, выступали какой-то перед банком в Октябрьском, команда наша выступала, ну, представление давали, вот, и стоим мы там, значит, за кулисами, ну, концерт какой-то, сборная солянка, и мы, значит, одни, значит, в солянке, вот, и мы, значит, там стоим, и вдруг, значит, по лестнице идет Эдита Станиславовна. И вот. А у меня, ну, она тоже в солянке, как все-таки октябрьский. Вот. И стоит мой товарищ, а он такой весь интеллигентный, просто, вот просто весь. И он все время комплименты девушкам, там все такое. Эдита Станиславовна, как вы прекрасно выглядите сегодня. Значит, а что она, значит, поднимает глаза и говорит, а почему я должна плохо выглядеть? Говорит она. В общем, короче говоря, ее датчики были очень специфическим образом настроены. Вообще он другое имел в виду, да? Ну вот. Но если в голове, что как бы я богиня, и вообще кто-то может подвергнуть сомнению, что я этот дин-дин-дин, ну вот, то этот, как его, будет неадекватно. То есть она словила. Ну, центрист бы прошел, как бы сказать, вот, конструктор бы прошел вообще. Да? Вот. А это, что ей стоит,
юноша, там, ему 21 год, он говорит тебе какое-то приятное слово. Зачем ты это все? Ну, потому что так настроены датчики. И видите, вот на каждую такую штуку есть датчик. Да? Но мы же датчики можем менять. Если у нас, как бы сказать, вот у рефлектора есть куча вещей, на которые он воспринимает болезнь. А есть куча вещей, которые он не заметит. Ну, то есть, условно говоря, большое количество рефлекторов очень внимательно следят за своим внешним видом. Ну, вообще, девушки часто рефлекторы, и это им важно. Ну, вот, юноши, если они рефлекторы, они могут следить. Но может быть рефлектор, который вообще не следит за своим внешним видом. Он и так прекрасен, чтобы просто кто... У него нету датчика этого. То есть он идет в грязной обуви, там, что-то порванное накриво налево. Ну, вот, но... Он выходит в перьях на сцену. Тоже со вкусом, не алло. Ну вот, да, значит, возвращаясь к нашим, значит, да, то есть вот условно говоря, вот здесь это датчики, в общем, созданы достаточно ситуативно. То есть если рефлектор воспитывался в среде, где ему его восхищение им было связано, например, с тем, как он, значит, делает номер, ну вот, и его никогда не хвалили за то, как он прекрасно, значит, какие у него чистые ботинки, ну вот, у него просто не зафиксируется. У него нету, будет, не будет этих как бы датчиков для того, чтобы считывать эти структуры. То есть они очень чувствительны к реальности, но у них сито вместо. Ну, то есть, если у конструктора рельсы, шпалы, да, и он так. Ну вот, у этого, значит, бур туда. Ну вот, то у этого сито. Ну вот, то есть вот здесь есть, здесь нету, здесь есть. И он реальность считывает хорошо, но местами. В результате картина получается слегка, так сказать, не всегда адекватная. И это проблема вот этого пункта. Улавливаете, да? Значит, вот наши три контура, да? Я вам рассказал про издержки. Теперь надеваем контуры на дефолт-систему. Значит, когда вы надеваете контуры на дефолт-систему, то есть используете эту механику для того, чтобы определить, с чем имеете дело, значит, вы вот здесь обнаруживаете все три контура. Значит, центрист, который собирает свою дефолт-систему, он видит в своей дефолт-системе, в своей вот этой конструкции сущность. У него она здесь практически сливается, и вообще каждый контур сливается со своим. То есть у конструктора сольется со своим этим, рефлектор сольется со своим внешним контуром. Есть количество закономерностей, по которым он определяет сущность. Например, хорошо-плохо, правильно-неправильно, нужно-не-нужно, авторитет-неавторитет. У него есть набор закономерностей, через которых он сформулирует, как его как будет. Хороший, покладистый, уважаемый, ответственный и так далее. У него будет набор характеристик, но не в прилагательных, а в действиях, как положено конструкторам. Да? Но он меня похвалил, он хороший. Да? Значит, он ко мне уважительно отнесся, он хороший. Да? Значит, его эти как, они вырастают, как бы сказать, из структуры вот этих вот отношений, которые он здесь выявляет у себя. Значит, во внешнем контуре, который у него точно так же есть, зачем? У него точно так же есть зачем сущность. Да? Значит, в ценность. Почему заяц с этими большими глазами представляет для меня ценность? Потому что мне нужен друг. И ребенок, помните этот малыш и Карлсон? Да?
мне нужна собака, почему? Чтобы я с ней, чтобы у меня был друг. Да? Карлсон говорит, что я? А я? Малыш, малыш, а я? Вот, да, значит, у него есть и свое понимание ценности. И это не то же самое, что ценность вот здесь. Улавливаете? И закономерности не то, что здесь. Это свой набор. Моя сущность, сущность зайца. Набор закономерностей. Зайца напросился на него волк нехороший. Волк ему приходится скрываться, он не просто трусишка, он просто слабенький, защищается от волков. Лиса его все время хочет обмануть и все. Да? Куча действий, да, интеракций социальных, которые определяют его как несчастного, как там милого, нуждающегося в защите, ути-ути там и так далее. Да? Ну, вот. И вот у вас возникла полноценная такая центристка, стайная сборка. Он принял зайца себе в стаю, назначил ему место, о котором он будет заботиться. Да? Нормальные действия центриста — найти кого-нибудь и начать о нем патологически заботиться, пока тот не сдохнет. Вот, да, значит, соответственно, и, соответственно, и ценность, да, потому что у меня с ним отношения, я после этого выйду, если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Все, ценности образованы. Лавливайте, заяц на месте, все хорошо. Да? Ну вот, теперь надеваем средний контур. Тут то же самое. На конструктора, да? Сущность закономерности. Выглядит абсурдно, но она офигенная. Вот сущность математического закона, например. Или сущность понятия бесконечности. Это же вообще терапеешь от мысли. Да? Вот как понять бесконечность, например? Сейчас вы почувствуете конструкторскую сущность. Кантеровская гостиница. Кантер, математик. Значит, у вас есть гостиница с бесконечным количеством номеров. И они все заполнены. И вдруг приезжает курьер и привозит следующего постояльца. Как поселить гостиницу с бесконечным количеством номеров, в которой все номера заняты, еще одного постояльца? Там же бесконечность, можно засунуть кого угодно. Но как, если все номера заняты? Вы переселяете человека из первого номера во второй, из второго в третий, из третьего в четвертый, из третьего в пятый, а этого сажаете в первый. Ну, понимаете, это же... это красота. Вот сущность бесконечности. Вы можете в бесконечность вставить все, что угодно, хотя, казалось бы, это невставимо, потому что ну, все номера заняты. Да? Красота? У закономерности есть сущности. Да? И чем они, как бы сказать, пронзительнее и яснее, тем, конечно, красивее мир. Да? Значит, уровень... Да, это что? Да? Что? Значит, да, средний контур практически у них полностью сливается с как, потому что это и есть набор закономерностей. Да? Как проявляется эта сущность? Вот набором закономерностей, которые, собственно говоря, и создавали ему зайца. Улавливаете, да? Набор определений, закономерностей, которые создали эту сущность. Сущность родилась из этого всего. Значит, ценность. Ценность закономерностей. Функциональность. Это люди, которым нужно, они любят эксперимент поставить, вскрыть, и все удовлетвориться и так далее, что все разложили по всем полкам, все лежит во всех полках, у них все понятно, ясно и так далее. Красота? О? Рефлектор. Значит, рефлектор, значит, это набор ценностей. Значит, зачем ценности? Что это такое? Мы отвечаем на вопрос «что?» На вот этот вот. Ценность.
Да? Ценность что такое? Это имплицитно существующая вещь. Как для центриста, для него сущность является вещью неотъемлемой от вещи, так для вам никогда. И центрист не может объяснить сущность. Он скажет, ну, голый человек, голое животное на двух ногах, да? Что вы хотите от меня? А вот. Точно так же спросите рефлектора, а чего вот офигенного вот от того, что ты торчишь? Ну, то есть он торчит от чего-то, а что там? Он говорит, ну, просто... Вы чувствуете, это ничем не отличается от центриста, по такая же имплицитность, да? Он никогда не объяснит. Ну, то есть он просто скажет, что вы дураки, что не понимаете. Ну, как и центрист скажет, что вы идиоты, потому что вы не видите этой сущности, которая совершенно, мне это же очевидно, заяц, чего вы глядите. Вот, да, значит, соответственно, точно так же есть ощущение, что, вот, что я имею вот эту ценность, да, значит, набор закономерностей, как действие, как эта ценность порождается и побуждается. Ну, мы с вами говорили, что, что рефлектор может побудить вас сделать все, что угодно. Вы уже дошли до этого? Но он всегда точно знает, как вас ввести в какое-нибудь состояние для того, чтобы как бы добиться от вас желаемого. Да? Почему? Потому что, ну, если у него, конечно, соответствующие стоят, да вот, он в этом смысле очень чувствует, говорит, что сделать для того, чтобы вы восхищались? Перья, там еще что-то и так далее. У него есть набор вот этих всех действий, которые создают эту ценность. То есть, если он это делает, то он получает то, что ищет. Да? Значит, вот как это создать? Ну, и внешний контур у него, понятное дело, сливается с его собственным, потому что здесь и есть этот зачем. Значит, теперь представляете, что у нас есть некий набор фактов, ну, не фактов, интеллектуальных объектов, да? Которые находятся в неких взаимоотношениях друг с другом. Ну, не находятся, мы их сейчас там увидим. И вы заходите сюда как центрист. Вы видите некую сущность. Вы видите некий набор закономерностей, и вы видите некую ценность. Точка входа. Вы заходите как конструктор. Ваша конструкторская точка входа. У вас тоже есть ценность. Вот вот ценность. Что, да? Вот эта прекрасная бесконечность. Вот здесь набор всех этих объяснительных конструкций, которые вам эту бесконечность дают. И ценность, почему ценно иметь понятие бесконечности? Потому что оно решает вам, позволяет вам решить огромное количество математических задач. Да? Ну и вы, например, условно говоря, рефлектор. Вы входите с этой, сверху. Да? У вас тоже есть сущность, да? Офигенно. Да? Значит, у вас здесь есть набор закономерностей, как вы эту офигенность порождаете, как вы ее создаете. И у вас здесь есть, зачем это вообще вам нужно, потому что у вас, так сказать, такая связь с реальностью, что вам очень это для вас значимо, потому что у вас какие-то контакты оголены и требуют, так сказать, как активные химические связи, там, если разорвать, и начинается бегать, пока ее не за как это, активный кислород. Вот. Ну, в общем, короче говоря, геометрия получилась хреновая. Ну, вот. Да. Ну, в общем, ну, можно конусами нарисовать. Вот черный конус, да, центристский, который мы описывали.
Вот. Ой, вот так вот. Конструкторский конус и рефлекторский конус. Значит, векторное кольцо кажется просто кольцом из трех контуров. На самом деле, когда вы берете это пространство фактов, вы можете зайти на него с трех разных конфигураций, обнаружить в нем три что? Сущность, которую вы ухватываете, потому что есть просто набор отношений. Но вы должны подумать о том, что, возможно, не все отношения вами учтены, и посмотреть, какие еще элементы есть, которые позволят вам увидеть здесь не просто зайца и весело бежать с криками к подушке с надгробием. Да? Ну, вот. А этот... Вот, да, значит, и не, да, ну вот, и вы увидите, что суть, возможно, другая. Ну что вы хотели, доктор, лекцию читать? И вот, значит, этот, как его, у него есть свое как, да, которое это, делает эту сущность, да, которая определяет набор действий этого, ну, вот это вот так выглядит драматично, да, но можно же, вот, уходим в мир иной, есть верх, и вот это мы к вам придем, и вот это все ждите, ждите, и вот это вот, мы вернем, объединимся в стае, но на небесах, и так далее. Да, значит, условно говоря, и здесь есть набор ценностей, почему это ценно, почему я потерял что-то значимое в этом, в этой конструкции. Вот, значит, и вы заходите, потом вы остаетесь в этом же пространстве. Почему реконструкцию нельзя представить, если кто-то читает методологию мышления, книжка «Мышление, системное исследование», первая часть методологии мышления, реконструкция – то, что невозможно представить. Вы просто это собираете с разных концов, оно у вас не склеится. Что центриста никогда не склеится со что конструктором? Ну, что бесконечности, что зайца, да? И что офигенности. Ну, как бы они вообще просто, да, но там всегда это есть, да. Дальше вы заходите с другого вектора и ищете следующее что, следующий набор закономерностей, следующий набор ценностей, зачем это нужно, да. Затем вы берете следующий вектор из этих наших трех, снова заходите в это же пространство фактов. И дальше вы вот здесь, вам казалось, что было, фактов было 28, а их стало, с учетом того, что они еще имеют свойство как бы множиться, а множатся они не просто так, потому что вот есть отношение элементов, да, которое создает вот это, да, но есть же отношение и вот этого к моему отношению, и здесь тоже получается штука, и есть вот так, и есть вот так. Так множатся сущности, которые, собственно говоря, и составляют наши... Ну, это чисто математическая процедура, вообще вся математика стоит на этом, да? Вот, когда вы порождаете сущности из ничего. Ну, то есть вы можете как бы изъять невероятное количество из ничего. Вот. И вставить же невероятное количество тоже ни во что. Надо только немножко сделать несколько, как бы сказать, предварительных шагов. Вот, и таким образом... Вы, имея вроде бы очень ограниченное количество фактов, получаете из-за разности, из-за трех, как бы сказать, разных сборок, получаете ну, картину значительно большего объема. Это не исключает техники целенаправленного мышления, которая предполагает, что при целенаправленном мышлении есть фазы, где вам нужны дополнительные факты, и вы должны их собирать. Да? Вот. Но... Это не исключает сборки дополнительные. Не все есть в нашей голове. Не надейтесь. Вот, она хреновая. Вот, их нужно будет искать, выкладывать там и так далее. Но когда вы начнете пересобирать, там я долго и много спрашиваю, что такое маршрут второго уровня. Я так деликатно все время съезжаю. Вот. Но он здесь будет неизбежно.